Набор «Рыбожук» откроет мир робототехники 8-летним инженерам. 14 экспериментов со светом, звуком и моторами покажут азы схемотехники и научат собирать простых роботов. В коробку с электронным конструктором мы положили полсотни настоящих радиодеталей и платформу «Рыбожук». На «Жуке» уже распаяна часть деталей — мелкие светодиоды, таймеры и пьезопищалка. На спине «Жука» макетная плата. На ней собираются схемы экспериментов, подключаются двигатели, кнопки, конденсаторы и потенциометр. Вставьте дополнительные детали в отверстие на макетной плате и соедините проводами. Никакой пайки. Ошиблись и собрали что-то не так? Не беда, можно вытащить любой компонент и вставить по новой. Если деталь потеряется, замена найдется в коробке. Мы положили компоненты за запасом. Крупные схемы, инструкции по сборке и описание принципов работы электронных компонентов мы собрали в красочный буклет. Минимум сухой теории, максимум движения и действия. Игра начнется с управления светодиодами, затем в дело вступят конденсаторы и моторы. Научимся управлять вращением двигателя, создавать сенсоры прикосновения, издавать звуки и реагировать на команды с пульта. Электронный жук займет ребенка на дюжину часов и познакомит с увлекательным миром роботостроения.